Есть. И звук тоже. Ну что ж, добрый вечер. Я психотерапевт Александр Данилин. И почему я пытаюсь, несмотря на непопулярность этой темы, продолжать разбирать свои фракталы к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», я, наверное, попробую объяснить потом, потому что в тех главах, в которых мы застряли, собственно говоря, и идет об этом речь. О чем? Ну, в общем, о свободе. Правда, ведь мы всегда помним всю жизнь, если в юности прочитали роман, вот этот вот крик Маргариты «Свободно, свободно!» И, по-моему, для Булгакова здесь очень важно то, что же все-таки такое свобода. Это не Маргарита, вы помните, это любимый мной художник Ремедиус Варо, а как бы, в общем, мы оставили Маргариту в полете, если хотите, разогретой. Чем разогретой? Да, в общем, чем-то понятным и общечеловеческим. Гневом на критика Латунского, который погубил мастера и погубил роман, мстительностью, жаждой крови. Весь вопрос в том, достаточно ли этого, чтобы освободиться из плена реальности, из этих призрачных фигур, типа критика Латунского, которые вот выглядывают из-за стен, и которых, наверное, проще всего сжечь или, в конце концов, разбить им морды к чертовой матери. Однако, как это чувствует Булгаков, этого мало. Надо сказать, что к концу романа текст его становится невероятно плотным. Он и вообще очень насыщен метафорами и переживаниями. Он очень насыщен по семантике, и поэтому каждый, конечно, может обнаружить в нем что-то свое. Это огненная Маргарита. Маргарита на щетке. Такая, ну, возможно, ведьма, ну, ведьма человеческая. Отомстить, разбить, разнести, пролететь со свистом, ошарашить соседа или что-то еще подобное и хорошо знакомое, никуда не выходящее за пределы нашей повседневной жизни. Нужно что-то еще, ради чего она улетает на щетки из Москвы и летит куда-то. Ну, это, конечно, тоже не Маргарита. Это, между прочим, один из самых любимых мною художников 20 века. Человек, над картинами которого я много и часто думаю. Его зовут Эрнст Фукс, и это на самом деле античность похищения Елены. И, между прочим, этот гомеровский миф, основа Одиссеи, основа Илиады, это тоже миф о похищении души, о похищении ее подлинности. И куда-то в страшную даль несется Маргарита, и там, в этой дали, первое, что происходит, как вы помните, наверное, это купание. Надо сказать, что купание Маргариты
очень мало рисуют. И это вот румынская художница Мария Тирауц, как мне кажется, это совершенно замечательная работа. И работа про то, как раскаленная человеческими страстями ведьма остывает. Маргарита прыгнула с обрыва вниз и быстро спустилась к воде. Вода манила ее после воздушной гонки. Отбросив от себя щетку, она разбежалась и прыгнула в воду вниз головой. Легкое ее тело, как стрела, вонзилось в воду, и столб воды выбросило почти до самой луны. Вода оказалась теплой, как в бане, и, вынырнув из бездны, Маргарита вдоволь наплавалась в полном одиночестве ночью в этой реке. Рядом с Маргаритой никого не было, но немного подальше, за кустами, слышались всплески и фырканье. Там тоже кто-то купался. Маргарита выбежала на берег, тело ее пылало после купания. Усталости никакой она не ощущала и радостно приплясывала на влажной траве. Фырканье стало приближаться. Из ракитовых кустов вылез какой-то голый толстяк в черном шелковом цилиндре, заломленном на затылок. Ступни его ног были вылисты и грязи, так что казалось, будто купальщик в черных ботинках, судя по тому, как он отдувался и икал, был порядочно выпивший, что, впрочем, подтверждалось и тем, что река вдруг стала издавать запах коньяку. Увидев Маргариту, толстяк стал вглядываться, а потом радостно заорал. «Что такое? Ее ли я вижу? Клодина! Да ведь это ты, неунывающая вдова, и ты здесь!» И он вдруг полез здороваться. Маргарита отступила и с достоинством, обратите внимание, с достоинством человек, советского человека, ответила. «Пошел ты к чертовой матери! Какая я тебе клодина? Ты смотри, с кем разговариваешь!» И, подумав мгновение, она прибавила к своей речи длинное непечатное ругательство. Все это произвело на легкомысленного толстяка отрезвляющее действие. «Ой!» – тихо воскликнул он и вздрогнул. «Простите великодушно, светлая королева Марго!» «Я обознался, а виноват коньяк, будь он проклят!» Толстяк опустился на одно колено. Цилиндр отнес в сторону, сделал поклон и залопотал, мешая русские фразы с французскими, какой-то вздор про кровавую свадьбу своего друга в Париже, гисара, и про коньяк, и про то, что он подавлен грустной ошибкой. Ну, дальше выяснится, что ему надо всего лишь слетать на Енисей, он быстренько туда слетает. Надо вам сказать, что есть загадка, это большая загадка. Никто толком так и не расшифровал, кто же он, этот толстяк. Франсуа Гисар, которого он называет своим другом, это издатель переписки королевы Маргариты де Валуа, о которой мы говорили в прошлый раз, но жил он в XIX веке. А Клодина – это фрейлина покойной Маргариты де Валуа, супруги французского короля Генриха IV. Вот, соответственно, жила она аж на 350 лет раньше, чем друг Гисар. По всей видимости, толстяк может путешествовать не только в пространстве, но и во времени. Как бы и какую-то связь с Маргаритой он чувствует. Я имею в виду Маргариту де Валуа. Кто же он такой все-таки, этот толстяк? Вот интересно, никому из здесь присутствующих не приходили в голову размышления на эту тему. Я думаю, что все очень просто или очень сложно. Для того, чтобы
избавиться вот от этой повседневности, которая представляет собой практически сплошные обиды, зависть, месть. Нужно вернуться к воде, то есть к истокам, к чему-то изначальному. И толстяк этот, как мне кажется, куда более древний, чем времена Кладины. И хотя Булгаков, он все тщательно маскирует. Ну, думается мне, что этот толстяк всем хорошо знаком, и что это Вакх, он же Бахус, он же Дионис, древний бог вина и экстаза. Как бы его традиционно со времен Древней Греции всегда изображали веселым толстяком. А, конечно, он нацепил тут, где-то в далеком-далеком заповедном девственном краю, он нацепил вместо венка цилиндр, заломленный на бок. И, в общем, ну, если вы вглядитесь в этот портрет Вакха кисти Рубенса, то скажете, что это действительно похоже. Чем-то похоже это на цилиндр. Ну вот, если хотите Вакха помоложе, то тогда на полотне Гвидо Рени. Как бы, ну, он все толстяк, веселый, пьяный толстяк, который никогда не говорит прямо, только на что-то намекает, только открывает возможности для переживаний и вовсе не отдает указаний, как и этот толстяк там где-то в заповедном краю, где танцуют русалки. Во. Это, между прочим, Яцек Мальчевский, к которому я обещал возвращаться. Польский мастер того, что гораздо позже, чем он жил, назвали фантастическим реализмом. Кстати, именно в этом жанре работал Эрнст Фукс. Умер он совсем недавно, в 2015 году. И не Мальчевский, Фукс. Вот. Я хочу сказать, что и все работы, которые связаны с фантастическим реализмом, они, конечно, кажутся иллюстрациями к Булгакову, ну, хотя бы частичными. Опять, нарисовал ли кто-нибудь достойно вот этот самый танец русалок, тот хоровод, который окружил Маргариту, когда она вышла из воды. Я, ну, по крайней мере, может, вы мне подскажете, но я не нашел. И поэтому думается мне, что Булгаков опять маскируется, как бы желая, чтобы мы задумались об этом сами. Потому что у него в тексте танец русалок. Но на самом деле дело в том, что за русалками и за их танцами не надо так далеко лететь. Согласно отечественным мифам, которые, как известно, Булгаков изучал, русалки – это девушки, которые умерли до замужества. И смысл их танца заключается в привлечении мужчин. Как бы они привлекают мужчин, и если мужчины следуют за ними, то они живут с ними семейной жизнью на дне рек.
похищают и живут. И поэтому русалки – это такая нечисть, которая водилась невдалеке от населенных мест. И надо рушиться куда-то в ближнее Подмосковье для того, чтобы все-таки обнаружить тех самых мужчин, за которых после смерти можно выйти замуж под водой. Вот. И, как мне кажется, правы те переводчики, которые переводили булгаковских русалок как нимф или наяд. Я думаю, что это они и есть на самом деле. Опять же, древние и замаскированные духи природы. Маргарита окунается в изначальную природу мира и мифа. И она должна, как ни странно, перед балом и перед встречей смыть себя эту вот, этот, то, что чуть позже будет названо Булгаковым звериным оскалом. Она должна стать свободной от этих вот, от этой коросты человеческих чувств, посылания друг друга. Она должна стать королевой. А для этого нужно встретиться со стихией Диониса, пройти что-то вроде элевсинских мистерий, танцевать в круге нимф, почувствовать живую жизнь реки, источника. Ну и, конечно, дальше Маргарита встретится, и это тоже некоторый, по всей видимости, обязательный процесс. Она встретится с кем-то козлоногим. Ну, с этим немного проще, и это, конечно, пан. Я уже не буду напоминать вам пан или сатир, я уже не буду напоминать вам врубелевского пана. В образе русских чертей так навсегда и сохранился этот образ козлоногого бога, который неизвестно, как, откуда взялся и проник на Олимп. Существует огромное количество версий античных, в том числе, между прочим, и порочная версия. Потому что Дурит доказывал, что он родился у Пенелопы от ее сожительства со всеми женихами сразу. Ну, есть сведения о том, что он сын Пенелопы и Аполлона, и так далее, и так далее, и так далее, до бесконечности. Поэтому стоит ли тревожить его образ? Он повелитель плодородия, стихийных духов природы. Он сама изначальная дикая природа и ее гармония, потому что у него в руках всегда на картинках ее нет, но в общем так и просится ему в руки, к нему в руки панфлейта, его атрибут. Он –
призрак ужаса и гармонии природы. И это, конечно, Виктор Ефименко. И на самом деле, когда я читаю булгаковские коротенькие строчки о танце нимф, я вспоминаю не только Пана, но и «Весну потечели». Да, здесь же тоже есть место тем самым стихийным духом и духом природы. Как-то весна об изначальной природе женственности. Она должна, Маргарита, ее принять и понять, прежде чем улетать. Помните, в одном из коротких роликов я пытался говорить о древнем античном принципе синхронизации с природой. Ну, я, наверное, позволю себе напомнить, что вот об основных принципах мышления мы говорим сейчас по понедельникам и четвергам на очных занятиях. Каждое занятие посвящено какому-то одному принципу. Всегда есть что-то, связанное с искусством на этих занятиях. И ни к одному из них не поздно присоединиться. Если вы вдруг захотите, то можно посмотреть объявление на первой странице сайта «Серебряные нити». Почему я об этом? Потому что вместо человеческого оскала ненависти, обиды, для того, чтобы стать фактически богиней, душой, она должна научиться чувствовать и понимать природу. Поскольку она, Маргарита, собственно, сама природа и есть. Она королева. Помните вот этот вот, вот эту русскую пословицу о том, что бывают люди с царем в голове и без царя в голове. Так вот, Маргарита, встречаясь с древними богами и синхронизируясь с потоком изменений, с ощущением природы и королевского начала в себе, обретает подлинную свободу, которая на самом деле невозможна без заботы. Заботиться о ней медленно становится спокойнее и увереннее она. Нам все кажется, что вот эта горящая Маргарита, она и есть демонстрация уверенности в себе. На самом деле нет. Уверенность в себе – это покой, позволяющий событиям течь, как водный поток, и шелестеть листьями, как природа. Что-то нужно в себе отпустить, Маргарите. И сделать это королеве помогают Дионис, бог внутреннего освобождения, и Пан, бог природы, и нимфы и наяды, живые души деревьев и водных источников. Без этого некоторого ощущения внутренней гармонии с собой
Свобода невозможна. Без этой странной медитации на двух началах, на началах экстаза, Дионис, и началах гармонии, которая, как ни странно, является собой козлоногий Пан. Они делают ее королевой. Они пытаются сделать так, чтобы она вспомнила свою природу, потому что реальность, то, что она переживала в Москве, в этом Иерусалиме наизнанку, Иерусалиме наоборот, лишила ее ощущения собственной божественности. Здесь она приобретает его вновь. И поэтому, когда она улетает, на поданном грачом водителем роскошном лимузине, это замечательно простые и элегантные иллюстрации Виктора Смирнова. Она, в общем, больше не гневная Маргарита. И хотя она начинает подозревать, куда она летит, она абсолютно спокойна. Вот мне очень нравятся эти сеть огней внизу, черный профиль автомобиля Елены Романовой. Почему грач? Ну, они красавцы, с сине-черным оперением, крепким темным клювом. Вообще, эта птица всегда считалась, как, собственно, и вороны, медиатором. Медиатором между миром живых и миром мертвых. Вороны, и, кроме того, ну, когда-то, помните, грачи прилетели. Это, конечно же, один из первых для москвичей признаков весны. Был когда-то. И грач. Поэтому, наверное, у Булгакова один из символов весеннего полнолуния. Конечно, не только грачи, но и вороны являются таким медиатором, ну, а у славян, в славянской мифологии, грач считался спутником бога Варуны, верховного правителя справедливости и вершителя человеческих судеб. А то, что он умеет говорить, умеет пародировать человеческую речь, да, во многих мифах считается, что вороны и грачи в первую очередь приносят послания из мира духов. Так что Маргарита уже сейчас преодолевает грань, барьер между солнечным миром и лунным, между миром земным и миром за пределами смерти. В общем, только о грачах и воронах можно говорить всю оставшуюся передачу. Что
Дальше. Ну, дальше вы, наверное, помните, что грач сажает машину на кладбище. Это Драгомиловское кладбище. Там сейчас Кутузовский проспект, что, мне кажется, тоже очень симптоматично. Там было большое кладбище, и еврейское маленькое кладбище было в начале века. И это, наверное, тоже символично. И оттуда, там Маргариту встречают, и она оказывается в той самой нехорошей квартире, в доме номер 50. Так, где у меня начало? Когда под мышкой, неся щетку и рапиру, спутники проходили подворотню, Маргарита заметила томящегося в ней человека в кепке и в высоких сапогах, вероятно, кого-то поджидавшего. Как нелегки были шаги Азазела и Маргариты, одинокий человек их услыхал и беспокойно дернулся, не понимая, что происходит. Второго, удивительно похожего на первого, встретили у шестого подъезда. И опять повторилась та же история. Шаги. Человек беспокойно оглянулся и нахмурился. Когда же дверь открылась и закрылась, кинулся вслед за невидимыми входящими, заглянув в подъезд, но ничего, конечно, не увидел. Третий, точная копия второго, а стало быть и первого, дежурил на площадке третьего этажа. Он курил крепкие папиросы, и Маргарита, раскашлялась, проходя мимо него. Курящий, как будто его кольнули, вскочил со скамейки, на которой сидел. Начал беспокойно оглядываться, подошел к перилам, глянул вниз. Маргарита со своим провожатым в это время уже была у дверей квартиры номер 50. Звонить не стали, а Азазела бесшумно открыл дверь своим ключом. Вот караулящие подъезд Атланты в замечательно точных иллюстрациях Уве Шрама, которые я вам показывал. И хочу я сказать, что это, наверное, один из главных символов свободы. Свобода от этих самых атлантов, поддерживающих порядок. Свобода от постоянного наблюдения. Свобода. Это возможность остаться без этого внешнего взгляда, с чем-то важным для самого себя. И вот эта вертикаль, эта лестница, оказывается для Маргариты лестницей в небо. И вы помните, наверное, первое, что ее поражает темнота, в которую они попали. Это иллюстрация Калиновского. Ничего тут не было видно, как в подземелье, и Маргарита невольно уцепилась за плащ Азазела, опасаясь споткнуться. Но тут, вдалеке и вверху, замигал огонек какой-то лампадки и начал приближаться. Азазела на ходу вынул из подмышки Маргариты щетку, и та исчезла без всякого стука в темноте. Тут стали подниматься по каким-то широким ступеням, и Маргарите стало казаться, что им не будет конца.
Ее поражало, как в передней обыкновенной московской квартире может поместиться это необыкновенная, невидимая, но хорошо ощущаемая бесконечная лестница. Но тут подъем кончился, и Маргарита поняла, что стоит на площадке. Огонек приблизился вплотную, и Маргарита увидела освещенное лицо мужчины, длинного и черного, держащего в руке эту самую лампадку. Те, кто имел несчастье в эти дни попасться на его дороге, даже при слабом свете язычка в лампадке, конечно, тотчас бы узнал его. Это был Короев, он же Фагот. И тут... И тут мы попадаем в целую бесконечность этого простого фрагмента. Тот самый вопрос, как же все-таки помещается в этой квартире та самая почти бесконечная лестница, с которой мы еще столкнемся. И, конечно, все трансформации квартиры номер 50 тесно связаны с одной книжкой, которую в те времена читали абсолютно все мистики. Это была книжка Петра Демьяновича Успенского «Четвертое измерение». Это вот второе издание 1914 года. Всего изданий было 5. И книжка была страшно популярной среди тех самых мистиков. И надо вам сказать, что в ней таится секрет, который тоже не очень сложен, вот этой самой бесконечной лестницы и раскрывающегося пространства квартиры номер 50. Надо сказать, что лестница, как все у Булгакова, да? Это множество фракталов, и они очень разные. Но в первую очередь это, конечно, четвертое измерение Успенского, поскольку в нем есть та самая бесконечно раскрывающееся пространство куба. А кроме того, мне кажется, эта глава вообще навеяна Петром Демьяновичем, поскольку в 16-м году вышел сборник его фантастического реализма, его оккультной прозы, который назывался «Разговоры с дьяволом», где в том числе есть повествование о том, как раскрывается в четвертое измерение любое помещение в любом месте для дня или ночи. Вот вам хорошо? Наверное, я не знаю, все это можно прочитать в интернете. А мне в свое время приходилось разыскивать подлинники для того, чтобы понять для себя, откуда вообще взялось это удивительное булгаковское чудо. Так вот, первое, о чем я хочу сказать, это, конечно, вот эта бесконечная лестница в одной из возможностей разверсток геометрической фигуры. А конечно, если я попробую передать Петра Демьяновича просто, то, собственно, пафос его мистики тех лет был направлен на то, что человек, находящийся в любом материальном пространстве, трехмерном, разумеется, пространстве, всегда может научиться
проводить перпендикуляр к этому пространству. Эта книга о том, что у нас есть дар раскрывать кубы и квадраты наших домов и квартир и насыщать их четвертым измерением, измерением духа. Мы всегда можем провести перпендикуляр к своему состоянию, и, может быть, черт его знает, тросточка в моей руке, и то, ради чего я вообще все это говорю, может быть, очень медленно и ужасно занудно и неинтересно. Это всего-навсего попытка всегда проводить перпендикуляр к тому, что происходит в реальности, к подлости, там, я не знаю, с пенсионной реформой, которая меня, конечно, волнует. Но самое важное в человеческой жизни – это вопрос, мы можем провести перпендикуляр к суете, перпендикуляр к тому, что с нами происходит. Вот ведь в чем мистика Петра Успенского. Они потом вместе с Гурджиевым назовут это, эту мысль о перпендикуляре, всегда присутствующем. Одной из таблеток к раскрытию некого духовного измерения в себе. Потому что в этом пространстве всегда, кроме самого пространства, есть наша мечта, есть наша свобода. И поэтому мы по-разному насыщаем это пространство. Да, наглядываюсь я вокруг в собственном кабинете и говорю, ты как хочешь это назови. Но это, конечно же, моя попытка построить перпендикуляр и выбраться, черт возьми, в это четвертое измерение, из которого с этой бесконечной лестницы всегда можно смотреть вниз, на суетящиеся там организованные фигурки вот этих самых стерегущих атлантов. А еще, еще ведь это тоже далеко не все, и это далеко не единственная мысль. А еще, конечно же, лестница, на которую ступила Маргарита с ее поворотом, там она встретится с Воландом сейчас, это, конечно же, масонская лестница. Лестница масонского посвящения. Что на ней, на этой лестнице, ну, в общем, давайте я сейчас очень подробно не буду, потому что, ну, опять вы можете это прекрасно посмотреть сами. Но на этой лестнице достоинства и науки, которые помогают масону подниматься вверх, строить этот самый перпендикуляр. Вот так она выглядит в реальной масонской ложе. А еще это лестница. И, может быть, и скорее всего является, потому что вот тут, я так думаю, не один, каким-то далеким прообразом мастера и Маргариты может являться единственная женщина, которой довелось подниматься по этой лестнице масонского посвящения, создательница собственной ложи. Я не знаю, знаете ли вы о ней. Это Екатерина Дмитриевна Кускова.
почему она и Маргарита? Ну, наверное, в первую очередь потому, что она была уникальным человеком, который посвятил свою жизнь свободе. Ну, она была там членом Конституционно-демократической партии. Речь идет о самом начале, первом десятилетии 20 века. Сначала она создала особую внепартийную группу, которую она назвала «Беззаглавие». И целью этой группы, которая стала издавать одноименный политический журнал, она критиковала и правые, и левые политические партии. За что? Ну, за зависимость. Правых – за готовность сотрудничать с правительством, левых – за экстремизм и сектантство. Конечно же, это ее задача, которую она сформулировала во время революции 1905 года и придерживалась ее всю жизнь, была научить народ свободе. И поэтому, конечно же, я вспоминаю и говорю о ней, потому что я надеюсь, что какую-нибудь самую маленькую толику все-таки наши с вами разговоры и эти мои тексты, они способствуют той же самой задаче. Так как группа «Беззаглавия» осталась абсолютно маргинальной, никто ее не поддержал, и после наступления Столыпинской реакции журнал был закрыт, группа прекратила свое существование, и Кускова выбрала масонство как древнюю для России форму свободной мысли. Это же так было с 18 века. Вот, в 1912 году была создана особая организация «Великий Восток народов России», которая ставила своей задачей не столько мистические, сколько чисто политические, а может быть, точнее сказать, психологические цели. Бороться за свободу и свободную мысль в России. Еще раз, там не было почти никаких ритуалов и никакой мистики, но вот эту лестницу Кускова признавала. Так вот, я вам хочу сказать удивительную вещь. Об этом политическом масонском движении департаменту полиции вездесущему было неизвестно практически ничего. Там не было ни одного агента-осведомителя. Об этом настаивал генеральный секретарь Великого Востока народов России Алексей Федорович Керенский. Именно на квартире Кусковой проходили совещания, в которых вырабатывались планы политического освобождения России. И будущий состав Временного правительства был намечен именно там, на заседании вот этой самой тайной ложи. Ну и ладно, я уже дальше не буду. Я хочу сказать, в 1922 году ее, считавший Ленина и большевиков безответственными авантюристами, цитирую: «Ленин вреден,
Ленин действует на несознательные головы. Ленин вносит сумбур и разложение в армию. Ленин приглашает к захватам. Ленин их в России многое множество. Одни Ленины кругом. Ленин – это безответственная демагогия. С ленинством, то есть со стихией не знающей земли, надо бороться убеждением. Ну, в общем, это была, правда, удивительная женщина. И в 1922 году, сами понимаете, прямо вот на том самом знаменитом философском корабле ее из России выслали. Ну, конечно же, она продолжала и в эмиграции заниматься все тем же. Но там, где была идея масонства как способа научить людей быть свободными, Кускова вспоминается в числе первых. И когда Маргарита вступает на эту бесконечную с поворотами лестницу в темноте, она, конечно же, в некотором роде символически, метафорически вступает на путь удивительной Кусковой. Ну и во времена нашей текущей несвободы, конечно же, ее тоже вспоминать не принято. Хотя, с точки зрения того, как же все-таки добиться свободы и что она такое, то, что писала Кускова, и то, что она говорила, по сей день может иметь колоссальное значение. Что происходит дальше? Ну, дальше происходит встреча при свечах. Это художника Федорова, гравюра. Они пошли между колоннами. Вы обратили внимание, да, что там обязательно есть колонны. Они пошли между колоннами. Потерял. И, наконец, выбрались в какой-то другой зал, в котором сильно пахло лимоном, где слышались какие-то шорохи и где что-то задело Маргариту по голове. «Не пугайтесь», — сладко успокоил Коровьев, беря Маргариту под руку. «Бальные ухищрения бегемота, ничего более. И вообще я позволю себе смелость посоветовать вам, Маргарита Николаевна, никогда ничего не бояться. Это неразумно. Бал будет пышный, не стану скрывать от вас этого. Мы увидим лиц, объем власти которых в свое время был чрезвычайно велик. Но право, как подумаешь о том, насколько микроскопически малы их возможности по сравнению с возможностями того, в чьей свите я имею честь состоять, становится смешно. И даже, я бы сказал, грустно. Да и при том вы сами королевской крови. Ах, королева! Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире. И если бы расспросить некоторых прабабушек, и в особенности тех из них, что пользовались репутацией смиренниц, удивительнейшие тайны открылись бы, уважаемая Маргарита Николаевна. Я ничуть не погрешу, если, говоря об этом, упомяну о причудливо тасуемой колоде карт. Намекнул, одна из французских королев, жившая в XVI веке, надо полагать, очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что ее прелестную прапраправнучку я по прошествии многих лет буду вести под руку в Москве по бальным залам. Но мы пришли. Дверь раскрылась,
Комната оказалась очень небольшой. Маргарита увидела широкую дубовую кровать со смятанными и скомканными грязными простынями. И подушку. Перед кроватью стоял дубовый на резных ножках стол, на котором помещался канделябр с гнездами в виде когтистых птичьих лап. В этих семи золотых лапах горели толстые восковые свечи. Кроме этого, на столике была большая шахматная доска с фигурками, необыкновенно искусно сделанными. На маленьком вытертом коврике стояла низенькая скамеечка. Был еще один стол с какой-то золотой чашей и другим канделябром, ветви которого были сделаны в виде змей. В комнате пахло серой и смолой. Тени от светильников скрещивались на полу. Нагая ведьма, та самая Гела, что так смущала почтенного буфетчика в Рите, и, увы, та самая, которую, к великому счастью, вспугнул петух в ночь знаменитого сеанса, сидела на коврике на полу у кровати, помешивая в кастрюле что-то, от чего валил серный пар. Кроме этих, был еще в комнате, сидящий на высоком табурете перед шахматным столиком, громаднейший черный котище, держащий в правой руке шахматного коня. Гела приподнялась и поклонилась Маргарите. Тоже сделал и кот, соскочивший с табурета, шаркая правой задней лапой. Он уронил коня и полез за ним под кровать. Все это замирающее от страха Маргарита разглядела в коварных тенях от свечей кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой сидел тот, кого еще совсем недавно бедный Иван на Патриарших прудах убеждал в том, что дьявола не существует. Этот несуществующий и сидел на кровати. Два глаза уперлись Маргарите в лицо, правое золотую искрою на дне, сверлящий любого до дна души, и левый пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней. Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут вниз, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие, параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице Воланда как будто навек сжег загар. Ну, вы, наверное, помните, а я не могу отказать в удовольствии читать эти смачные строки, хотя в действительности мне все время хотелось понять, так кто же он? Он ясно названный дьяволом. И, как сказано у Гёте, вечно хотящий зла. Кто он такой? И нафига вообще ему понадобилась Маргарита? Мы же как бы так до конца и не ответили на этот вопрос. Помните, я говорил, что сатана, Сатанаэль, князь обманщиков, он разделяет, он противостоящий. И согласно гностическим представлениям, он старший сын Бога. Да-да, он и есть тот самый Демиург, творец материального мира, блудный сын, сбившийся с праведного пути. Я, конечно, печать Бафомета читаю, но, в общем, по сути,
гностики и мистики думали именно так. Он создал тело Адама, а Бог вдохнул в него душу. Затем он создал Еву, а Бог, в свою очередь, свою душу. Знаете, что это означает? Ну, в том числе это означает, что Анис и Иешуа родные братья. Он отказался ценить Адама, воспитывать его, поклоняться ему, и заявил, что он сделан из праха, Адам, сатана из огненной материи, поэтому он выше Адама, и за это был низвергнут с высот. В общем, дело же тут не в деталях, я их могу продолжать до бесконечности. Видите, у нас есть две реальности. Реальность Иерусалима и реальность его изнанки, коммунистической Москвы. В этих двух реальностях ими как бы управляют повествованием о них. Два брата, дьявол и Иисус. И мне кажется, что в последней сцене романа там тоже будет такое, такая ревностная нелюбовь братьев друг к другу. Это как бы очень важно научиться понимать. Для гностиков они две стороны одной монеты. Они не могут друг без друга. Как свет и тьма. И они... И ровно так происходит в тексте романа. Как бы друг друга дополняют. А Маргарита оказывается ровно на том самом гностическом месте. Она оказывается медиатором, посредником между ними. Богиней, которая из тьмы и света ткет реальность. Богиней, как всякая женщина на земле, не осознающая этого, не чувствующей себя богиней и поэтому не чувствующей ни своей ответственности за жизнь вокруг. Ведь для этого, правда, для того, чтобы она поняла свою причастность, Булгаков отправляет ее туда, в античные заповедные места, для того, чтобы она почувствовала себя вокруг древней природной магии. Маргарита – медиатор между Иешуа, который видит добро, и Воландом, который, наверное, поэтому Булгаков использует одно из имен Мефистофеля, такое незначительное, проходящее в Фаусте, и придает ему самые разные черты. В нем есть элементы Люцифера, дьявола. Но он тот самый гностический бог-творец, который
не бог. Поэтому совершает ошибку, пытается заключить человеческую душу в разделенный мир, не в природный, а в разделенный. Разделяй и властвуй. Любовь Маргариты к мастеру, который почувствовал подлинную суть и подлинный облик Иешуа Ганоцари, соединяет их и сейчас, прямо сейчас, правда? Она ведь проявит заботу. Штаны котам не полагаются. Гела, пора, сказал Воланд, и Гела исчезла из комнаты. Нога разболелась, а тут этот бал. Продолжал Воланд. «Позвольте мне», – тихо попросила Маргарита. Воланд пристально поглядел на нее и пододвинул к ней колено. Горячая, как лава, жижа обжигала руки, но Маргарита, не морщась, стараясь не причинять боли, втирала ее в колено. «Где вот та картинка?» Когда надо, все теряю. Вот. Не могу. Ну, так мне нравится Ширвиндт в образе Воланда в фотоиллюстрациях Елены Мартынюк, что просто спасу нет. «Приближенные утверждают, что это ревматизм», — говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты. «Но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмы, с которой я близко познакомился в 1571 году в Брокинских горах на чертовой кафедре». «Ах, может ли это быть? Вздор! Лет через 300 это пройдет». Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Поразительная трава оставила в наследство поганая старушка, моя бабушка. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что эта ассоциация с чертовой бабушкой... Это ведь отсылка... к чему-то еще более древнему. Более древнему, чем Дионис, более древнему, чем Волн. Какой-то первичной богини-матери, которая когда-то была сильнее и значимее всех остальных мужских богов. Какова роль Маргариты? Зачем она понадобилась отвергнутому творцу, который так и не смог из справедливости создать гармонию? Вы не знаете, наверное, знаете. Сейчас это, между прочим, популярная тема. Это опять Рубенс, это мифологический сюжет, знаменитый, который называется «Геракл у Амфалы». И это совершенно потрясающая история.
А в чем история? В том, что в то, чтобы однажды Геракл совершенно случайно в гневе, с ним это часто случалось, убил ни в чем не виноватого Ифита. Ну, Ифит там тоже сгоряча объявил Геракла в воровстве, обвинил Геракла в воровстве. Делать этого было нельзя. И чтобы очиститься, поскольку убийство невидимого человека, тем более, невиновного человека, тем более гостя, который вообще находился под покровительством Зевса и его отца, и Дельфийский оракул приказал Гераклу продать самого себя в рабство на 3 года. Не желая быть опозоренным в Элладе, он отправился в Лидию и выставил там сам себя на продажу. Вот так бывает. Цену он назначил себе немалую. 3 таланта серебром – это офигеть. Талант – это, в общем, 67 килограмм. В общем, почти 200 килограмм серебра захотел за себя Геракл. И в конце концов купила его сама лидийская царица, которую звали Амфала. Вот. И тут-то вот начинается самое интересное. Потому что Геракл расстался со своей львиной шкурой. Вот. И дубиной, и вместо этого стал носить ожерелья, золотые браслеты и женский тюрбан. Поселился на женской половине дворца и вместе с распутными ионийскими богинями, рабынями. Любая оговорка не случайна. Да, это обратная сторона одной и той же монеты. Мы об этом говорили в предыдущие разы. Ну вот, он расчесывает и придет шерсть. Это у него, вот если вы присмотритесь, это у него прялка в руках. Вот, вздрагивает при каждом окрике грозной Амфалы, которая может заехать ему его же дубиной и за ухи оттаскать. Вот и оплеуху отвесить. В общем, вот так стал он самый сильный человек на земле, самый грозный воин, рабом лидийской царицы. Ну, как бы правда. В оправдание Гераклу надо сказать, что, в общем, как бы, да, родила она ему 4 сыновей за это время, как вот как-то умудрилась, и еще 2, говорят, принесла ему одна из ионийских рабынь. Ну и мало того, он еще избавил Малую Азию от аж 20 шаек разбойников, которые не давали житья торговцам и земледельцам, захватил и сравнял с землей город Итоны, жители которых совершали набеги на Лидию, убил огромного змея, который требовал человеческих жертв. В общем, короче говоря, он в это время еще и умудрялся подвиги совершать. И это загадочная история. Но абсолютно необходимая. Почему? Потому что она Амфала. Вот еще это был Рубинс, вот замечательная картинка на тот же сюжет Теодора ван Тюльдена, где лучше видна и прялка, и как она его за ухо таскает, и львиная шкура. Вот. Суть не в этом, суть в том, что
не может самый грозный, самый сильный человек на свете не может без женского начала, потому что оно как бы вот эта вся травестийная комедия, оно как бы вводит его в ту самую заботу, без которой на самом деле не бывает свободы. Он все время попадает в рабство, Геракл. Впрочем, я думаю, что вообще цикл мифов о Геракле и о его 12 поисках, ой, 12 подвигах на службе у царя Эрисфея. Я давно мечтал, я еще на радио мечтал. На самом деле это история о приключениях человеческой души и о том, как она становится, эта самая душа, подлинной и настоящей. И я думаю, что когда-нибудь, когда мы закончим наше рассуждение о «Мастере и Маргарите», я попробую сделать такой же цикл передач о том, о посвятительских мифах, о том, как достичь просветления ума с помощью мифов о Геракле, как почувствовать свою жизнь подлинной. Есть такая история, я надеюсь, что у меня хватит сил ее сделать, а вы меня поддержите. Так вот, чего делает вот это голая, страшная мужественность Геракла без женственности? Да она совершает не только справедливые подвиги, но и разрушает ради того, чтобы разрушать. Она вспыльчива, какой только что была Маргарита. Ее пришлось охладить стихии воды и античности. А Маргарита, богиня, королева, призвана охладить горячий нрав Воланда, потому что, конечно же, он же не только приветствовать гостей на балу может, но и порвать на части, чем, собственно, и займется вот ровно через некоторое время. Правда, не по отношению к гостям. Без соприкосновения с женским началом в себе, посмотрите, как прямо вот напрямую все это травести, как бы это показывает конкретно и в лоб, как, собственно, чаще всего это и происходит в античности. Реальность погибнет, она будет разрушена. Амфала, в храме Аполлона стоял камень, который назывался Амфалос. Он был пупом земли, центром мира. Это мифологическое имя царицы, опять царицы, обратите внимание, как бы намекает на то, что она пуп земли, центр реальности. Потому что если этого центра не будет, если не будет этой сетки заботы, наброшенной на человечество, то тогда оно погибнет. Реальность будет разрушена. И, кстати говоря, согласно мифам, я вернусь по кругу и закончу на этом на сегодня. Не волнуйтесь, что я так долго говорю. Это Тинторетто. Есть такая версия, что на самом деле вот это помутнение рассудка Геракла, из-за чего он надел женские одежды, взял в руки прялку. Все это, этот морок на него навел Пан,
тот самый пан, о котором мы говорили в самом начале. И Геракл однажды обнаружил его пана в постели Амфалы. И это вот картина Тинторетта, которая отражает эту сцену. Геракл обнаруживает пана или сатира в постели Амфалы. Как бы... Так что все на самом деле гораздо интереснее связано одно с другим, чем кажется. Но имея только ярость, без вот этой своей гармонизации, синхронизации с природой, без проявления заботы о Воланде сначала, а потом и о гостях, душа не может быть свободной. Потому что подлинная божественная природа, она в гармонии, а не в ярости. Она в гармонии, а не в справедливости. Геракл ведь всегда приходит в ярость. Ну, казалось бы, справедливо. Своих детей и жену он убил как-то однажды, влекомый праведным, справедливым гневом. А тот самый вот, видите, Эрнст Фукс. И это тоже темный, ошибающийся творец, которому необходима женственная природа для того, чтобы его власть или его могущество было действительно справедливым. Иначе это как-то абсолютно невозможно. Не, это не Маргарита, опять же. Это Фукс. Это Ева в неглиже. Так называется эта работа. Ну, наверное, ну, как-то так. Как-то так. Перед балом расположилась восхитительная Маргарита, смягчая гневный взгляд Воланда. Эти вот древние боги, это все Эрнст Фукс. Эти древние боги, видите, они не могут ожить, пока на них не ниспадет женское начало. Оно, а не мужские решения, оно... залог любви и проводник к свету, позволяющий душе освободиться. Этот самый загадочный бог гностиков назывался Абраксас. О нем я тоже сейчас рассказывать не буду. Но видите, вот видите, без присутствия Евы, без присутствия женщины, он и его власть абсолютно нереальны, а мир вокруг него рушится. И как-то я очень долго сегодня говорю о шахматах, глобусе и, надеюсь, бале. Мы с вами поговорим в следующий раз. Простите меня за занудство. И приходите на очные тренинги и на вебинары по субботам. Вся информация на первой странице сайта «Серебряные нити». А там я надеюсь, что смогу объяснить поподробнее. А пока это так. Просто поводы для ваших размышлений.
суть свободы в женственной заботе о мире и даже о тех началах в нем, которые кажутся на первый взгляд злобными. Без этого не существует реальности. Нет, ну правда. Она либо разрушается, либо становится абсолютно пустой. Что, в общем-то, наверное, одно и то же. Мы просто, и мужчины, и женщины, как-то очень стесняемся женственного начала в себе. Ну, обо всем остальном во время следующего разговора. Спасибо, что выслушали. Пока-пока.